1 февраля 2024 год, и афоризм будет свежий с пылу с жару сегодняшний. Афоризм, каламбур. Мужчина легче простит женщине бездуховность, если она в теле. Вот так коротко и ясно написала сегодня, 1 февраля 2024 года, этот афоризм. Дальше про женщину. Полез опять же на свой сайт искать, что он это про женщин и мужчин. Скалка – это волшебная палочка, превращающая женщину в загадку, в женщину – головоломку. 3 апреля 2016 год написал. Все больше сил требуется женщине, чтобы быть слабой. 9 ноября 2013 год. Если женщина не следит за своей фигурой, за ней не будут следить и мужчины. 4 августа 2012 год. Привет. Если женщина далеко не красавица, попробуйте подойти ближе. 27 апреля 2012 год. Если между мужчиной и женщиной ничего нет, глупо не воспользоваться отсутствием препятствий. 15 марта 2012 год. Женщина нуждается в ухаживании, мужчина в уходе. Эффект Доплера. Все больше женщин, сближаясь с мужчинами, находят их синими или голубыми. 11 декабря 2011 год. Бойкот женщине невозможен. Как только вы перестаете с ней говорить, она решает, что вы начали ее слышать. 29 ноября 2011 год. Сила женщины в минутных слабостях. 15-11-11. Чем горячее женщина, тем быстрее к ней прикипаешь. Боже, да сколько их тут. Импотенция – это когда женщину хочется, но желание не твердое. 11 августа 2011 год. Ладно, enough.